Сегодня в этом видео я буду искать разные фрукты с помощью фрукнотифайера в Blocks Fruits. Досмотрите этот видос до конца, так как оно будет потрясающим. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Давайте не будем долго тянуть и всем приятного просмотра. Вот, ребята, у нас появился первый фрукт, и этот фрукт на острове Черепахи. В этом видео, ребята, я надеюсь, хотя бы найду несколько мифических и легендарных фруктов. Мы уже совсем близко к нашему первому фрукту, и это фрукт бомбы. Этот фрукт не очень такой хороший, но давайте искать фрукты дальше. Вот и заспавнился наш новый фрукт, и этот фрукт заспавнился на острове Великое Дерево. Фрукт совсем близко, я уже наверняка вижу его. И этот фрукт, я думаю, что? На тесто похоже? Ребята, я нашел свой первый мифический фрукт с фрукнотифайера. И это реально фрукт теста, ребята, я в шоке просто. Поставьте лайк, если бы хотели найти мифический фрукт под деревом. И погнали, ребята, искать следующий фрукт. Вот и заспавнился новый фрукт, давайте посмотрим, какой фрукт появился в этот раз. Этот фрукт находится на острове Сад. Я вижу что-то розовое, и это фрукт любви. Ребята, я думаю, нам очень везет, так как мы уже нашли мифический и легендарный фрукт. Вот и появился наш новый фрукт, 1100 метров от нас. Я думаю, этот фрукт появился в сладком острове, и да, я угадал. Мы уже совсем близко к нашему фрукту. Как вы, ребята, думаете, какой фрукт будет в этот раз? Я думаю, фрукт должен быть где-то за этой стенкой. И это фрукт снова любви, что ли? Мы пока что получили уже фрукт бомбы, тесто и две любви. Наконец-то появился новый фрукт. Я думаю, он появился где-то на острове призраков. Давайте телепортируемся туда. И да, фрукт реально на этом острове. И вот я уже вижу этот фрукт. И это фрукт света. Я думаю, нам пока что везет. Давайте искать фрукты дальше. А вот и появился новый фрукт. Фрукт находится 800 метров от нас. И этот фрукт на острове Замок на море. Я еще на этом острове никогда не находил фрукты. И мы нашли фрукт песка. Надеюсь, в следующий раз найдем фрукты получше. Давайте искать дальше. Вот и появился новый фрукт. 1900 метров от нас. Давайте на всякий случай проверим Замок на море. Теперь Китру. Я думаю, тогда фрукт находится где-то или на острове Порт, или на острове Призраков. Давайте тогда сначала телепортируемся на остров Порт. И да, фрукт находится на этом острове. Вот мы уже совсем близко к нашему фрукту, и это фрукт света. Я уже второй раз по очереди нашел фрукт света. Погнали искать фрукты дальше. И тут появилась фабрика, давайте по фасу сломаем ее. И давайте посмотрим, какой фрукт мы получили. И это фрукт портала. Что? Мы с фабрики получили легендарный фрукт. Погнали теперь искать фрукты. А вот и появился новый фрукт. И я думаю, этот фрукт появился на корабле, так как фрукт 3000 метров от нас. Да, фрукт реально тут. Давайте найдем его. Хотелось бы найти что-то очень хорошее, но я вижу фрукт белого цвета, это вроде спайк, а нет, это фрукт дыма. Тоже нормальный фрукт, давайте искать дальше. Как всегда появился новый фрукт, давайте пойдем за ним. Фрукт, оказывается, появился на зимнем острове. Давайте посмотрим. Мы уже 20 метров от фрукта, и где же он? Я почему-то фрукта найти не могу. О, вот я уже вижу фрукта, и это фрукт феникса. Ребята, нам очень везет за этот видос. Погнали искать следующий фрукт. Вот и появился новый фрукт. Давайте пойдем в королевство роз, чтобы узнать, сколько метров мы далеко от него. Вот мы уже в королевстве роз, я думаю, фрукт где-то в кладбище.
Да, фрукты реально на кладбище. Давайте посмотрим, какой же этот фрукт. И это фрукт кицуна 100! Ребята, мы нашли кицуна! Это самый лучший фрукт в игре! Офигеть, ребята, я просто в шоке. Появился новый фрукт 2000 метров от меня. И давайте пойдем и посмотрим, какой же фрукт появился в этот раз. На острове Касл тут нету фрукта. Давайте посмотрим гидру. О, фрукт, скорее всего, тут 300 метров от нас. В прошлый раз нам очень повезло. Мы нашли фрукт кицуна. Надеюсь, и в этот раз повезет. Мы уже совсем близки к нашему фрукту, и это фрукт спина. Не очень такой хороший фрукт, но сойдет. Давайте искать фрукты дальше. Появился новый фрукт на сладком острове. Давайте полетим и посмотрим, какой же фрукт появился в этот раз. Мы уже очень близко к нашему фрукту. Давайте посмотрим. Фрукт, походу, скорее всего, слева где-то. И да, я уже увидел этого фрукта. Он синего цвета. И это, скорее всего, лед. И да, это лед. Тоже очень хорошо сойдет. И давайте искать следующий фрукт. Появился, как всегда, новый фрукт. Давайте сначала посмотрим кастл. И давайте теперь посмотрим гидру. Тут тоже нет. Тогда я фрукт, думаю, где-то на призрачном острове. Давайте пойдем туда. И, скорее всего, фрукт реально там. И да, я правильно угадал, фрукт реально здесь. Мне очень интересно, какой же фрукт появился в этот раз. И этот фрукт, фрукт призрака. Ну, или же гост. Это тоже очень хорошо. Давайте погнали искать следующий фрукт. Опять появился новый фрукт. Давайте по дефолту посмотрим кастл и кидру. Там нету фруктов. И, скорее всего, фрукт появился опять на острове призраков. Ладно, давайте пойдем туда и снова посмотрим, какой же фрукт появился в этот раз. Мы уже очень совсем близко к нашему фруктику. Давайте будем смотреть назад, что мне видит наш фрукт. И это фрукт Будды, что? Мы снова нашли один легендарный фрукт. И это очень здорово. И вот, ребята, этот ролик подходит к концу. Если вы хотите часто увидеть таких видосов, напишите в комментарии. Не забудьте зайти на мой Discord сервер, так как там часто проходят разные конкурсы и розыгрыши на мифических и легендарных фруктов. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал. Всем спасибо за просмотр и всем удачи и пока!